Видеонаблюдение за заводом ферросплавов продолжается. Компания «Чиксу» пока выигрывает суды на право строительства завода, а жители Красноярска, в свою очередь, протестуют и призывают власти наконец-то разобраться в ситуации и не допустить появления завода. Городской администрации обещают выполнить волю горожан, как только закончится судебная тяжба. Следующее слушание по делу Марганцевого завода назначено на март.